Добрый день, дорогие друзья! В сегодняшней передаче речь пойдет о нашей новой разработке «Якоре Dream». Dream с английского языка переводится как «сон». Это состояние человека, когда его ничего не беспокоит. Именно такое состояние будет испытывать ваш катер, когда вы будете использовать наш новый якорь. Как вы видите, идея конструкции нашего якоря на первый взгляд не нова. Он произведен из чугуна методом литья. Затем якорь прошел процедуру зачистки, грунтовки и окраски с применением влагостойкой краски. На первый взгляд якорь Dream — это классическая форма всем известного якоря речной. На самом деле данный якорь по своим техническим параметрам имеет ряд конструктивных особенностей, которые помогают удерживать катер даже в достаточно сложных погодных условиях. Теперь давайте разберемся по порядку. Обратите внимание на геометрию лепестков якоря. Они выполнены в форме небольшого ковша. Крайние кромки лепестка имеют характерное сужение, с помощью которого якорь очень быстро входит в зацепление, как с илом, песком, так и с гравием. Якорь имеет вес 8 кг, но благодаря своим техническим особенностям этого веса достаточно для стабильного удержания на якоре катера длиной до 7 метров. Ни для кого не секрет, что срок службы якорной лебедки напрямую зависит от веса используемого якоря. Чем больше вес, тем большую нагрузку испытывает якорная лебедка. Следовательно, срок службы лебедки значительно сокращается. Мы поставили себе цель сконструировать якорь, который был бы оптимальным как по весу, так и по своим техническим характеристикам. Оценив результат, мы считаем, что нам это удалось. Для того, чтобы вы всегда могли отличить наш фирменный якорь от подделки, на нем нанесен способом литья наш фирменный логотип. Мы надеемся, что якорь Dream порадует вас своими возможностями, что будет способствовать вашей успешной рыбалке.